Рича, пошли со мной. Рича, пошли. Сегодня мы начали косить уже траву. Все заросло. Вот здесь вот боремся с конским щавелем. Рича, иди скорее ко мне, иди скорее, скорее, пойдем со мной. Пошли, мой котик, пойдем. Пойдем, мальчик, иди, иди, не бойся, никого тут нету, никто тебя не тронет. Пошли. Иди ко мне, мой хороший, иди, иди, котик мой, иди скорее. Пойдем, пойдем, моя красота. Пошли со мной. Вот он, хорошенький мой. Вот он мой. Как тебя назвать-то, я не знаю. Тигр мой полосатый. Ну вот. Сейчас там все везде обкосим. Кусты эти обкосим. Достанем. И все будет хорошо. Ягоду надо собрать. Сегодня будет вообще прям конкретно. Видите, что? И наморозить. Такая вкусняшка. Такая прелесть. Вот он идет, идет, мой хороший, ко мне. Рича, хорошо здесь, да? Вот такой вкус большой прям. Везде ягодка. Вот такие дела. Так, сейчас мне надо найти пижму. И чтобы ее, не дай бог, не скосил Толя. Ромашку-то они видят. А пижму-то нет. Вот пижмочка растет. О, даже сюда конский щавель приполз. Вот, ну надо же. Меня, мы только тебя тут не ждали. Рича, ты где? Ходит вокруг травы, не хочет идти по траве высокой. Рич, иди сюда скорее. Риченька, иди, иди, иди ко мне скорее. Пошли, пошли. Так, где же пижма-то моя? Куст, куст большой-пребольшой пижмы. Вот он. Вот, моя хорошая. Вот ромашковое поле наше. Но это все, ладно, вот пижма. Вот она, я ее каждый год собираю. И даже вот здесь, вот видите, что этот щавель конский, вот паразит, влез. Я ее каждый год собираю, пижму. И знаете, что я делаю? Вот чуть насморк или чуть-то там горлышко где-то что-то прихватило. Я сразу несколько таблеточек желтеньких пижмы. Утром, в обед и вечером. Ну, штучки по три. Сухих, сухих. Вот этих цветочков. Ну, я их называю желтые таблеточки. Вот кто знает, пижма как цветет. И все. Три дня попьешь, и болячку как рукой снимет. Поэтому пижма для меня очень ценный цветок. Очень ценный. Ну, так же, как и ромашка. Ромашку все знают. А пижма вот такая. Шиповник цветет, отцветает уже. И ягодки образуются. Видите? Вон они. Красивые бутончики какие. Ну, какие бутончики. Как розочки. Красивые. Так начинает дуреть ерга. С одного бока краснеет, краснеет. А потом она будет черненькая. Ну, она не черненькая, а синенькая такая будет. А вкусная прелесть.
Это наш кедр. Большой уже. Два растет. Один большой, вот этот. А вот этот поменьше. Потому что ему тесновато здесь. Каждый год отрастает. Смотрите, насколько. Вот свежий. Это, знаете, сколько? Около 20 сантиметров почти. Ну, чуть поменьше, но много он. Видите, как? Вот от мизинца и... Да, сантиметров 18 точно есть. 17. Помного отрастает. Раньше он как-то меньше отрастал. Ну, видно, он сам маленький был. И, видимо, чем он больше становится сам по себе дерево, тем он больше отрастает. Так я думаю. По крайней мере, так у нас получается. Так заметила я. А здесь у нас в огороде клубника растет. Я уже рассказывала раньше. Вот она еще зеленая. Ягодки. Много. Вот тут в траве мы ее не косим, этот уголок. Потом в траве ищем. Ох, и вкусная лесная клубника. А вот даже уже красненькая ягодка. Ну, не совсем, конечно, уже. Но она начинает уже поспевать. Вот видите, вкусняшка. Там, где на солнышке она... Видите, вот красненькая. Вот эти листики клубники тоже надо собирать на зиму и в чай. Ой, пчелка, иди, лети, я тебя боюсь. Тоже надо собирать на зиму и в чай заваривать и пить. Она очень полезна при заболеваниях почек. Вон сколько ее много у нас. Много она разрослась. Я вот здесь вот грядочку садила когда-то давно. Давно мы из леса привозили. И она разрослась. И теперь вот мы ее кушаем. В общем, я что вам хочу сказать, дорогие мои зрители, дорогие мои друзья, что когда я хожу по своему огороду, он, во-первых, большой очень. Вон, видите? Вон там дом. Вон, 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 вон забор. Вон, вон. Ну, то есть, огород большой. Вон. Я по нему только пройдусь. Соберу ягодки, где-то поем. Где-то на цветочки посмотрю. И как будто в лесу побывала. Понимаете, что? Природа, воздух, все. Все так здорово, все так хорошо. Так приятно сеном пахнет. Еще не сеном, но травой свежескошенной. Вон, видите, какие волки лежат. И ромашки остались. Вот так, если дом не показывать, не смотреть, не видеть его, то можно подумать, что мы в лесу. Здесь много вырвали конского щавеля, но еще не весь. Вон там до забора еще, и вот здесь вот растет. А видите, какую полянку убрали? Вон какая гора. Пока у него не созрели семена, надо его убрать. И вот здесь немножко. Он же паразит такой, так разрастается. Он от корней, конечно, идет. Где-то корни все равно же остаются. Но, по крайней мере, это вот уже на несколько лет. Когда вот так его выдираешь, несколько лет, он потом не растет. Пока он там разовьется под землей, а потом уже начинает расти. А вон желтенькие цветы вдоль забора. Это чистотел у нас растет. Он тоже очень лечебный. И я из него каждый год делаю, знаете что, 3-литровую банку кваса лечебного. И потихо, помаленьку, по полстакана каждый день его надо пить. Очищает хорошо организм. В том плане, что кровь очищает хорошо. Внутренние органы. Так что вот эта травка у нас тоже есть. Ее много, целые заросли. И еще я ее сушила. Я вот себе нарываю немного, а потом веники делаю. Как куры любят эту траву сухую.
Они прям склевывают все-все до капельки. Вот они, мои красавцы. Ой, какие хорошенькие. Так, это чейные детки. Это детки сынка. А нет, это не сынок. Я даже на гусей-то не смотрю, а смотрю на деток только. Это инкубаторские из шалаша. Большие гусики со своими малышами. Ну, сейчас погонит вон тех маленьких. Ой, господи, нету места. Никак не могут поделить. А вон, посмотрите, там целая гора травы. Вон, видите, вот, вот около, ну, теплицы. Это тоже конский щавель. Представляете, что? С ними бороться и бороться надо. А еще я сейчас вам покажу. Такая трава замечательная. Мы ее не вырываем. Хрен. Посмотрите, каких два огромных куста хрена. И в этом году он почему-то не цвел обильно, как вот предыдущие 2 или 3 года. А вот только немножко, видите, цветет. Вот, я не буду подходить, чтобы гусей не спугнуть. Вот здесь вот около забора, вон, белые цветы. И вот тут вот лежат белые цветы. Это цветет так хрен. Красиво, белыми букетами, такие мелкие цветочки беленькие. И так пахнет нежно этим хреном. Нежный запах, не резкий, как у корня. А именно нежный запах хрена. Вот так. А в этом году он почему-то не цветет. Или очень много воды было. Я имею в виду дождя. Не знаю. Ну, в общем, вот у нас 2 таких больших букета хрена. А появился он, знаете как? Мы специально его сюда не сажали. А появился он так. Мы очистили хрен. Ну, и там всякие обрезки, все это бросали сюда. Просто ведро вылили с водой, который с хреном, короче говоря. И он года 2, наверное, прошло, и вдруг вот появились маленькие росточки сначала. 1, 2, 3, а теперь вот видите, что целых 2 куста таких огромных. В общем, хрен у нас хорошо приживается в нашем огороде. Наверное, у нас рука хорошая на хрен, легкая. Потому что вот соседи, кто сажает этот хрен, говорят, вообще не приживается. У нас он в нескольких местах растет. Вот здесь, за баней, вдоль заборчика, ну, вдоль забора, вот здесь вот, во дворе. А здесь тоже мы лили воду, и тоже он сам вырос хрен. Никто его специально здесь не сажал. И знаете, что, почему я здесь его не выкапываю? Потому что здесь у нас сливная яма. Вот. Прям под этим хреном где-то, чуть в сторонке. И она закрыта крышкой. На крышку мы положили дерн. Ну и вот на сколько-то лет. Несколько лет мы не чистим эту яму, а потом открываем. И стараемся хрен как бы не ликвидировать. Потому что все-таки он держит землю корнями, понимаете? А иначе земля пойдет уплывать в яму. Это то, что вот у нас слив в доме. И вот эта вода сюда идет. Зимой, конечно, сюда вода идет от мытья посуды, от всего. А что там больше? Больше ничего нет. Умываемся, да, посуду моем. Вот. Потому что у нас душа дома нету. Мы моемся в бане. И зимой, и летом. Ну, в общем, вот такая вода. И еще у нас хрен растет. Вон там в огороде. Сейчас покажу. Вон там он. Вот, видите как? Вон. Но это не хрен цветет беленькими цветочками. Это какая-то трава, сорняк. В этом году хрен вообще почти не цветет, я говорю. Вот прошлые года у нас вот здесь было обилие белых цветов хрена. В этом году нету вообще здесь ни одного цветочка. Поэтому я и говорю, или воды много с неба упало, или что-то еще отдыхает, наверное, он